بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وما توفيقي إلا بالله، وأتوكل على الله وهو الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Поближе, если садиться, чтобы слышнее было. Всем слышно, чтобы было. Дорогие братья, мы в прошлом уроке говорили о том, предмет, который продается и покупается. Для этого есть несколько условий, чтобы купля-продажа у нас проходила по нормам шариата, как по требованиям, чтобы шариата, чтобы эта купля-продажа, чтобы была тоже действительной. Поэтому необходимо запомнить эти условия, связанные с маакуд алейхи. Это не только предмет, который покупается или продается, и вместе с этим и цена, стоимость этого. Но как отличить то, что продается, и то, что является ценой или стоимостью этого? Но когда мы говорим на своем языке, когда мы говорим, я тебе продаю этот дом за 2 миллиона, вот где у нас мы произносим частица вот этот «за», это и будет у нас стоимость или цена. А дом – это уже предмет купли-продажи. Но не всегда же бывает у нас рубли, за что-то покупаем. А если, например, мы скажем, я покупаю у тебя этот дом за участок в центре города, которого мы с вами знаем. Вот этот «за участок» рассказал, «за участок» – этот участок уже будет как цена этого дома. Дом будет как предмет купли-продажи, а участок будет уже как цена, как стоимость этого. Но поскольку этих двух вещей условия одни и те же, мы их не отличаем. Говорим, как будто только один предмет, который продается и покупается, для этого только условия и перечисляем. Но вместе с этим идет и саман тоже, что называется на арабском языке саман. Это стоимость или цена предмета, который покупается и продается. Мы говорили о условиях. Первое условие у нас было, чтобы предмет, который продается или покупается, это было чистым. Грязное нельзя продавать. И купля-продажа, действительно, купля-продажа не получается в исламе, если кто-то продает нечистый предмет. Скажем, примеры приводили, что это бывает нечистое. Например, скажем, все согласны, там нету разногласий в том, что у нас, по крайней мере, хотя бы в мазхабе, собака, ее продавать нельзя. Есть на это хадис пророка, алейхиссалам, анна расулля саллаллаху алейхи ва саллям наха ан саман иль кальби, сказал, что он, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил взять что-то за собаку. Продавать собаку и получить за эту собаку какую-то стоимость, какую-то цену, от этого запретил пророк, алейхиссалату вассалам. Еще сказал, «Инна Аллаха харрама аль-хамра валь-майтата валь-хинзира». Также пророк сказал, алейхиссалату вассалам, что Аллах запретил, он сделал недозволенным вино, сделал мертвечину недозволенным, также сделал и свинью, кабана тоже. Свинья, кабан, эти все три вещи тоже также, они из числа нечистых вещей. Как собака, так же и свинья, так еще даже в живом виде. Мертвечина – это что такое? Всякое животное, если даже у которого кушает мясо по исламу, в исламе разрешается кушать мясо, если даже не как положено, если как положено ее не зарежут, тогда это тоже получается мертвечина. Вот сталкиваемся с такими же ошибками мы какими, вот, например, когда мы знаем какое-то животное, скажем, там баран или овец или бык,
корова, когда умирает, не заразившись, когда умирает, это мы знаем, что это мертвечина, ее продавать нельзя, за такое мясо нельзя получить какие-то деньги или что-то взамен. Иногда мы вот сталкиваемся с такими проблемами, когда мы ошибаемся. Мы же сказали, мертвечина — это что такое? Это если даже такое животное, у которого мясо кушают, если не как положено ее зарежут. Но для этого нужно знать, конечно, все условия, все требования, когда животное становится таким, что можно кушать ее мясо. Но для этого есть определенные условия. Например, скажем, элементарно нескольких условий, когда баран, для того, чтобы баран зарезать, и чтобы стало мясо ее дозволенным кушать, или корову, или там верблюд, ее для этого необходимо, чтобы была рука, в первую очередь, мусульманина, для нас, чтобы это было еще. Когда мы говорим, что мусульманина, там есть еще, кого мы называем китабиями, как иудеи, как христиане, коренные имеется в виду, до нашего пророка, алейхиссалату вассалам, которые уверовали эту религию. У них тоже можем мы кушать то, что они режут, их рукой то, что режут, тоже мы можем кушать. И там, чтобы было, когда режем, где проходит пища, канал, два канала, где гортань, воздух, где проходит, и где пища проходит, эти два канала полностью одним разом, чтобы зарезал. Если там, когда режет быка, обычно у нас происходит такое, что когда быка режет не острым ножом, не острым кинжалом, получается так, что половину режет, одну режет, а второе остается, горло режет, а второе, где пища проходит канал, этот остается, или другой остается, или полностью не до конца не режет, остается вот так. И потом, когда увидят, что не полностью, то вторично начинает и так, дорежет этого нельзя уже. Этот бык уже испорченный, мясо этого быка, если даже полностью кровь мы спускаем, этот бык уже, мясо этого быка же уже как мертвечина. Ее нельзя уже продавать, это уже грязное. Тоже нельзя забывать, говоря о том, что то, что продается, должно быть чистым. Там есть примеры такие, которые мы очень часто, люди, общество, может ошибиться. Вот, например, скажем, цистерна масла. Вот в этой цистерне, если попадет мышь и умрет, это цистерна масла, скажем, там жидкое масло, ее уже продавать нельзя. Это уже грязное. Целая цистерна, скажем, там подсолнечного масла, это уже непригодно купли-продажи. Потому что есть хадис на этот пророк, алейхиссалату вассалам, хадис, в котором говорится, что когда попадает, умирает мышь в масле, в жидком, тогда вы посмотрите, если это немного не сильно такое жидкое, то есть жидкое и немного густое, как определить? Когда мы оттуда черпаем чем-то, черпаком, когда мы набираем что-то, если быстро не выравнивается, если медленно выравнивается, это уже густое. Тогда мышь можно выбросить, и вокруг мыша масло можно выбросить, или же там мед, или что бы там ни было жидкое. А остальное можно и кушать, и продавать, и покупать. А если жидкое, то есть такое, если будет сильно жидким, как, например, скажем, там молоко, как подсолнечное масло, ну, такие вещи, когда туда попадает, что бы там ни было, животное, как мышь, например, и умирает там, этим самым это становится грязным. А это же, вот такие случаи немало же у нас бывает в обществе, и, конечно, не выливает. А пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, чтобы выливайте такое масло, например, если сильно жидкое. А объем имеет значение, если, допустим, тонна? Объем не имеет объем. Поэтому же я говорю, цистерна, целая цистерна масла, вот пример даже привожу таким объемом,
чтобы поняли правильно, там ведро или там баллон масла, это небольшая проблема. А когда в целая цистерна, скажем так, попадает мышь и умирает, это уже цистерна масла или что, любое, что бы там ни было, жидкое, это становится уже грязным. Но есть вещи, которые как-то грязные вещи, которые можно их стирать, например, испачканные грязным одежды, например. Его можно постирать и носить, и становится чистым. Такое можно продать. А другой пример такой, например, если вот шкура мертвечины, если это не собаки и свиньи, мы же сказали, что ее можно обработать, и это будет чистым, по крайней мере, кожа, если не волосы чистые, даже в нашем масабе. А до того, пока мы этот, обрабатываем эту шкуру, шкура же грязная, мертвечина шкура, ее тоже нельзя продавать. А если даже это, ее можно так очистить, таким образом, обрабатывая, если можно даже ее очистить, где-то можно будет ее использовать, даже после обработки. Но все равно ее в таком виде, в грязном виде, ее нельзя уже продавать. Скажем, там вино, например, которое не всякое вино же бывает, как сказать, недозволенным. И через вино же у нас получается и этот уксус, например, виноградный уксус, например. Вот это вино грязное, его продавать нельзя. Если даже из этого вина мы даже намерены делать вот уксус. Уксус же чистый уже. После превращения на уксуса это же вино будет уже чистым. Если даже это становится чистым, будучи вином, оставаясь вином, это оставаясь грязным, его продавать тоже нельзя. А что можно постирать, почистить и носить или же кушать, такое можно продавать. Говоря о грязном, еще мы вот примером приводили там кровь, продавать ее нельзя, потому что кровь же тоже грязная, за это деньги нельзя брать. А следующее условие у нас было, чтобы этот продаваемый предмет, или же эта стоимость, то, что является ценой этого, все это, чтобы было таким, от которых можно взять какую-то пользу. Бесполезное такое, незначительные вещи не продаются, не покупаются, для которых нет никакой пользы. Но для этого, примерно, мы приводили такие мелкие насекомые, от которых нет никакой пользы. Но вместе с этим мы продолжали и говорили о том, что таким же считаются, например, музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты, какие бы они дорогие ни были, они же тоже, как этот шариат, как бы лишает этих вещей от уважения, лишает также от пользы, потому что это уже не дозволено по шариату, становится как бы бесполезными такими же предметами. Вот эти такие условия даже идут, они как бы вот в этих формах бюсты животных, формы любого животного, например, форма человека, там форма коня, форма, скажем, там волка, льва, мы видим у наших братьев-мусульман в комнатах у них даже красуются, они даже на высоком месте их вставляют. Ну, так и этот уже, по шариату уже запрещается такое. Вот эти формы тоже, сураты, а их продавать тоже нельзя. Вот здесь нужно сказать, если даже они будут золотыми или же там серебряными, или же там с бриллиантами, камушками, если даже будут, сураты такие вот формы животных, их тоже продавать нельзя. Но бесполезные вещи, перечисляя бесполезных вещей, вот и примерами идут такие вещи. Скажем так, еще вот книги, вот бесполезные книги даже бывают. Бывают книги, например, там Писание, даже, скажем, там Евангелие, скажем, или там Тора. Но их можно было бы, мы не считаем коренных этих Писаний, конечно, они вот, с уважением относимся. Вот, искаженные, если где-то будут их покупать, продавать. Там философские книги. Книги, ненужные для ислама, для этого света и для
того света никакой пользы от этих книг, если нету. Даже вот эти книги тоже перечисляют, что это тоже бесполезные вещи. Есть какая-то польза от этих книг, если будет для ахирата или чуть для этого дуня, тогда уже можно. А если не будет никакой пользы, тогда и это тоже в примеры входит у нас из вещей, от которых нет никакой пользы, и продавать их нельзя. Скажем, например, попугай. Попугай, вот там еще, вот, как мы называем, вот, которые мы попугай можно продавать. От этого, если какой-то будет в доме, какое-то спокойствие, или для чего попугай держит, например. Там еще, вот, бывают такие птицы, разноцветные, такие красивые птицы же бывают. Их тоже можно, говорит, покупать, продавать, потому что от них есть какая-то польза. Из этих, вот обезьяна, скажем, обезьяна, она очень даже подходит, говорит, для хранения, но это для того, чтобы охранять дом, например. Для этого можно обезьяну покупать, продавать. Такая польза от обезьяны тоже есть, говорят. Примеры приводят. Если собака, например, собака же тоже пригодна таким делам, например, собака же тоже охраняет дом или же охраняет там овец, но если даже охраняет овец дом, собака уже... Для этого нет исключения. Собаку нельзя продавать. Если даже обученная даже собака, которая пригодна для охоты, если даже обученная собака для охоты тоже нельзя продавать. Но есть в этом разногласия в мазхабах, но только у нас в мазхабе более достоверное слово, что если даже обученная собака нельзя продавать. Но вот такие, ну, из животных. Какая-то польза, если от них будет, тогда разрешают. Если никакой пользы от них не будет, тогда нет. Следующее было у нас условие, мы повторяемся. Ну, почему мы каждый раз, вот прошлый урок повторяем, мы этот урок у нас, этот дарс, альмий, нам нужно не только пройти и забывать, но все нужно запоминать. Если не будем запоминать, если будем пропускать, конечно, у нас этот какая-то... этот объем знаний, базу знаний не возьмем мы. Будем запоминать, иншаллах. Следующий у нас был «Аль-Кудрату Алла-Таслим». Этот продаваемый предмет, он должен быть таким, что можно передать покупателю. Возможно, чтобы было продавец, чтобы мог передать то, что он продает кому-то. Если, например, у кого-то, скажем, там дом или что-то, в чужих руках удерживает силой, не отдает, например. Если даже это будет в руках, скажем, государства, да, вот бывает иногда, что незаконно, не по шариату имеется в виду, конечно, если товар, например, конфискованный товар. И тоже же хозяин не может ее обратно забирать у тех, кто у него забрал, и передать покупателю. Нельзя. Если, например, у кого-то бык потерялся, или там лошадь потерялась, он не может ее найти, он не может и так же ее продать, потому что он не сможет ее передать покупателю. Но если попадется такой покупатель, что он может ее найти без особого труда, без особых расходов, или же забирать у того, кто удерживает его, тому можно продавать. Дальше. Должно быть таким, чтобы было в возможностях продавца, чтобы ее передать покупателю. Следующее было, чтобы этот предмет был его собственностью, мулкан, мамлукан. Этому тот, кто продает, он должен иметь какое-то право продать этот предмет. Или он должен быть хозяином этого предмета. Есть пророк, алейхиссалам, хадис такой. То, что не твое, не продавай. Ла табиъ ма лайса индак. То, что у тебя не находится, не твое, не продай. Такое. Ну, сколько у нас в обществе очень много бывает примеров, когда кто-то продает не свое. Или же бывает, зная, что это не его, он продает. Или же иногда бывает, когда он сам не знает, что не свое продает. Как он не знает? Вот был же здесь вопрос,
На прошлом уроке, в конце прошлого урока был вопрос такой, вот, например, не знаю, как это бывает. Вот на сегодняшний день кто-то получает участок на, скажем, там, на 49 лет. У нас же были такие договора, арендные договора, например. Эти земли, если, например, станет он продавать, если это, конечно, не формальные документы, если не формальная сделка, но если это действительно было так, что его эти участки были, эта территория его, например, на 49 лет арендованы, получается же, это не его, он только арендатор. Может он продать этот участок или нет? Он же не сможет продать, это же не его мулк. Всегда, когда человек, мусульманин, когда что-то продает, он всегда должен обратить внимание на что? То, что он продает, это его или не его? Очень часто люди продают не свое. Но если не его, другие пути какие бывают, что можно бывает, когда не свое продает? Например, бывает вакиль. Он должен быть или же вакилем, или он должен быть, скажем, там кто-то, когда умирает, его васием. Васи, кто он? Это тот, кому завещал умерший, чтобы располагал он его этим тарикатом, наследством, чтобы именно он доставлял, куда завещает этот умерший человек. Вот именно васи, он должен что-то продать и доставить до пункта назначения, можно сказать. Например, вот примером так объясним мы этого. Когда человек что-то, там у него несколько квартир, скажем, несколько квартир, очень много имущества. Богатый человек, когда умирает, он свою одну квартиру оставляет за собой, чтобы там эту квартиру, там несколько процентов для дороги, несколько процентов для медресе, несколько процентов из этой квартиры для чего-то другого, там для садака, скажем, его родственникам. Ну, вот эту квартиру после его смерти, ее же нужно кому-то продать. Кто продает эту квартиру? Кто может располагать этим продажей этой квартиры? Только тот васи, кому тот завещает, а не кто-то другой, если даже тот наследник. Вы понимаете, да? Кому-то, когда вас завещает, тот, кому завещает, только он может продать, потому что он замещает этого умершего, потому что именно ему было это поручено. Раньше была работорговля. Раньше во время пророка была в основном работорговля. Но они что, такие люди, это когда получалась сделка, действительно, не было действительно. Ну, ну, про рабов мы, я стараюсь не говорить, потому что на сегодняшний день у нас рабство, насколько это уже лет 200-300 назад, как говорят современные алимы, как говорят, что 200-300 лет тому назад уже было отменено рабство в исламе. Поэтому мы о рабах просто время терять не хотел на этот. Ну а рабы продавались и покупались в исламе тоже. Этот мулком считалось. Раб, он для любого раба бывает хозяин, господин. Он мог ее продавать. Но только это рабство нельзя понимать, конечно, так, что ислам приветствовал рабство, не приветствовало. До исламских времен очень даже распространенно было это рабство. Поэтому сразу, как кинжалом, отрезать и прикончить этим, отменить это все нельзя было, невозможно было. Постепенно подходило к этому ислам. И всегда ислам как жаждой относился к этому пророк всегда, алейхиссалату вассалам, именно освобождению рабов. Чем больше освобождает рабов, тем радовался пророк, алейхиссалату вассалам. Очень многих кафаратах штрафов оставлял он, шариан пророк, алейхиссалату вассалам, или в Коране идет такие прямые аяты, в котором гласит, что
для кафарата, для какого-то штрафа, именно освобождение раба. А были тогда рабы, на сегодняшний день нет, поэтому не сравниваем мы, конечно, с органами. Вот говорили, да, именно в этом шарте, в этом условии, то, что продается, это должен быть мулком продавца. Вот, поскольку органы свои, это не его мулк, не его собственность, это собственность Аллаха, поэтому алими считают, что органы продавать нельзя, но только не надо опять понимать, конечно, что если зависит какая-то жизнь, если как, зависит какой-то, например, скажем, там часть тела, кого-то здоровья, если действительно зависит от органа умершего человека, если можно, конечно, ее пересадить, ислам этого не запрещает. Не запрещает, наоборот, приветствует. Наоборот, нужно сохранить жизнь, здоровье других людей. Но только мы говорили, это все можно. Есть даже ну, некоторые, есть такие современные из современных алимов. Но это раньше столько распространено не было пересадки, поэтому ну, в основном об этом говорят вот нынешние алимы, есть из них даже те, которые говорят, даже так никто не может отдать, просто если даже не продать, так бесплатно даже отдавать что-то. Ну, это меньшинство, а большинство алимов, алхамдулиллах, пришли к тому, что можно передать, можно пересадки, только не путем купли-продажи. Но вместе с этим они же говорят, эти же алимы говорят, если, например, умирая кто-то, мы же говорили, что если человек, когда умирает, он сам, если дает разрешение, его орган, что пересадили кому-то, или после его, если разрешения не будет, вдруг не, там его наследники, если на это согласятся, что можно даже, только не через купли-продажи. Но если вдруг отдает кто-то за это какую-то благодарность, значит, что-то чем-то благодарит, когда принимает, можно, говорят они. За этот орган тоже. А так, как купить, продать, таким образом только нельзя. Так считают. Также еще они, именно говоря о органах, о человеческих органах, о пересадке, также идут у них такая речь, что если, например, кто-нибудь из нас, кто-нибудь из людей не достает, ему приходится купить. Его жизнь зависит, или же его здоровье зависит от того, что купит где-то донорскую почку, скажем, или донорскую какой-то орган, можно ему купить этого. Можно оплатить, если другого выхода, если нет, можно так купить и пересадить себе этот орган. Дозволяет этого. Орган, мы говорим, это все касается, всему касается. Когда человек, например, при жизни тоже может согласиться на пересадку, отдать свой орган при жизни, если для этого есть, конечно, там запас, как почка, например, одна почка. На одной почке можно жить, если кто-то согласится на это, если его здоровью, если его жизни не угрожает, то орган, он может отдать свой орган. А так мы говорим после смерти, если... После смерти, если жизни не угрожает, человек умер, и после смерти одного человека зависит другого человека жизнь, если пересадит этого умершего сердце, например, пересадит. Шариат этого не запрещает. Только мы говорим именно у нас по теме, что продавать нельзя и покупать нельзя. Так, дальше мы говорили, что из условий того же предмета, который продается и покупается. Четвертое у нас условие было быть, Мулкан об этом говорит, пятое условие быть знакомым. Этот предмет должен быть знакомым для продавца и покупателя. Покупатель, продавец, они должны знать то, что покупается и продается. То, что не знают, нельзя продавать. Но знать, не знать, как это, мы примеры для этого приводили. Надо то, что покупает человек, его нужно проверить, посмотреть. Если ковер, когда покупает человек, он должен с обеих сторон посмотреть. Любой предмет, для любого предмета определенная, как бы, определенная проверка.
машину, когда покупает, как нужно проверить. Мы знаем, даже обычно мы как машину проверяем. Мы сверху смотрим, краску смотрим, свежая краска или не свежая, там перекрашен, не перекрашен, там побит и не бит. Это все необходимо смотреть. Нужно сесть немного, проехать. Все то, что имеет какое-то значение в цене, это все нужно проверить, посмотреть. Не проверил, не посмотрел, не ознакомился, когда человек покупает что-то, это уже недействительная купля-продажа. Опять. Исходя из этого условия, пятого, что предмет этот должен быть таким, что знает. Также цена тоже должна быть знакомой для, скажем, там, продавца. Мы иногда вот так вот продаем что-то. Машину продает кто-то, ну, за столько, за сколько люди такую машину продают. Там дом продает, вот за сколько оценит, вот оценит. Я продаю сегодня, по рукам продает дом, цену называет, ну сколько скажет кто-то там, который разбирается в этих делах. Еще у нас в селах бывает очень часто вот такое, продают, сено продают за ту цену, которая будет там весной. В селе какая цена будет весной, вот за эту цену сегодня зимой продает сено. Такие примеры, они очень много в обществе, которые, если так внимательно наблюдать, исходя из этих условий, где мы ошибаемся, очень часто ошибаемся. Вот то, что мы сейчас делаем от этих уроков, конечно, такой высокие такие глубокие знания, даже если мы приобретаем, но хотя бы научиться задавать вопросы, научиться запомнить вот эти вот условия, хотя бы вот, как минимум, научиться задавать вопросы. Аят же из Корана, священном Коране, бисмиллахи, ауду биллахи мина шайтана раджим, васалу ахла зикри ин кунтум ла таалямун. Если вы не знаете, вы спрашиваете у тех, кто знает. Поэтому мы должны всегда, где сомнения, так сразу спросить у тех, кто из знания, быть всегда начеку, быть на правильные пути. Повторяем тот же аят. Это в каждый урок можно повторить. Ауду биллахи мина шайтани раджим. Я айюха аллазина аману ла таакулу амвалакум байнакум бильбатили илля ан такуна тиджаратан ан тарадин минкум. Этот аят запомните. Ну, я айюха аллазина аману. О те, которые уверовали, обращается Всевышний Аллах. К нам Аллах обращается. Не пожирайте ваше имущество между собой, говорит, неправедным путем, незаконным путем не пожирайте, не пользуйтесь чужими имуществами незаконным, неправедным путем. Быть на праведном пути нам всегда нужно сначала знать. Незнание закона не освобождает от отсутствия. То же самое у нас тоже. У нас тоже есть что-то, если не зная, ошибается человек, ему прощает, если только он недавно принявший ислам, он как-то, он, у него есть уважительная причина. Если недавно принял человек ислам, он может что-то не знать даже. Или человек, если проживает где-то далеко, в хуторе, где нету алимов, где нету проповедей, где нету вот таких уроков, они, им тоже может быть что-то остаться так, незнакомым, или же не знать что-то, им тоже прощают. А нам, например, находясь в этом городе, например, имея возможность спрашивать, нас тоже также не освобождает от ответственности незнания этого шариата. Это требование исламских требований. Именно вот, где, например, может мы оказаться, то, что мы кушаем имущество друг друга, бильбатили, неправедным путем, незаконным путем. Вот эти условия все мы опять повторили. Мы приступаем к следующей теме. Следующее у нас, когда мы продаем что-то или покупаем, мы сказали, что для этого есть 6 столпов. Мы 4 столпа проходили уже. То есть 3 пары столпов. Каких? Первое было продавец-покупатель. Второе – предмет, который продается, покупается. И стоимость, цена этому, саман. А третье, что сейчас у нас остается, вот этот иджаб-кабул, что называется сыра. Для этого необходимо, когда мы куплю-продажу этот
сделка у нас, договор купли-продажи, который проходит, пророк, алейхиссалям, сказал, «Иннамаль байу антарадин». Бай, он должен быть только взаимосогласием. А взаимосогласие, когда бывает, мы как можем знать? Или же там, если присутствуют свидетели, как они могут знать, они взаимосогласны или не согласны, когда они что-то языком не скажут? Поэтому для этого, если даже прямого такого далиля, прямого такого веления от пророка, алейхиссалам, если даже не было, от шариа, если даже не было, что в этой сделке или в других сделках нужно обязательно словесно что-то сказать, но все алимы, как иджма, все алимы пришли к такому мнению, что обязательно нужно сказать слово «я продаю», скажет покупатель, «я покупаю», или же «я продал», «я купил», или же «я продал», «я принял». Тот, но слово какое может быть? Для этого, опять, для этого рукну тоже есть несколько шартов. Нужно обязательно высказать это слово. Это первое. Но бывает слово прямого смысла, бывает косвенного смысла. Косвенный тоже подходит. Если я продал за столько-то, я принимаю за эту цену, тот говорит, я принимаю. Или же я покупаю, или я купил. Я тебе отдаю этот дом за, скажет нам, за 2 миллиона. Отдаю, это слово уже не прямого смысла для продажи, слово даже. Отдаю, это отдаю, слово подходит, когда человек бесплатно что-то отдает. А когда он следует за этим словом, его слово «за 2 миллиона», вот это слово «за», это уже мы знаем, или любой присутствующий знает, что он бесплатно не отдает, он отдает только за 2 миллиона. То есть он продает этот дом. Понимаем мы даже. Вот такое слово должно произноситься из уст продавца. А покупатель там должен сразу ему ответить на это слово. Это и есть кабуль, ответ таким же соответствующим его продавца слову. Какое, например, скажет, например, продавец скажет, я тебе продаю дом за 2 миллиона, а тот говорит, я покупаю у тебя этот дом за 1,5 миллиона. Это получается этим купли-продажи? Не получается, потому что не соответствует ответ этому первому выражению продавца, не соответствует, не подходит этому, потому что он 2 миллиона сказал, это 1,5, говорит. Это уже не купля-продажа, не действительно. Этот шарт должен подходить там, между двумя словами, словом продавца и словом покупателя, не должно проходить время. Поняли, да? Время не должно проходить. Скажет продавец, я продаю эту машину тебе за столько-то. А вот тот ждет, думает, и через некоторое время говорит, я покупаю. Не подходит. Или же там между этими словами какие-то лишние разговоры, потом говорит, я покупаю. Не приписывается к этому слову это ответ. Должно идти последовательно, поняли, да? После сразу, как скажет, я продаю, не проходя много времени и не произнося так лишние посторонние слова, нужно сказать, я принимаю за это или же я покупаю за это твой дом. Ну, сколько мы считаем, например, это тоже опять предоставляет адату, нам обычаю. Обычно, как столько скажем, если, например, мы здесь стоим, мы заключаем договор купли-продажи и говорю тебе, я, например, говорю, я тебе продал этот дом за 2 миллиона, и ты пока не отвечаешь. Вот люди, которые стоят здесь, если подумают, ну, он не хочет отвечать. Он отвернулся, он не отвечает ему, вот так пока не подумает. Если столько времени пройдет, для этого там достаточно, не очень много времени должно пройти для этого. Это тоже опять нам же предоставляет вот, обычаю. Обычно как считают люди, что этот человек на этот договор не ответил. Если так столько времени пройдет, тогда уже этот ответ не будет считаться действительным. Молча смотреть дом.
А? Молча смотреть дом можно, да? Молча смотреть куда? Да, да, да. Дом смотреть. Дом смотреть? Да, да, да. Ну, дом смотреть, если даже я он будет... Смотреть. Если даже он дом будет смотреть, я же ему сказал свое слово, продаю, да? Он должен ответить на это слово. Но он будет, если смотреть дом, я должен заново еще раз произносить это слово. Он у меня должен требовать. Если действительно купля-продажа была, я должен возобновить свое слово. То есть продавец не все теряет, конечно. Вот так вот проходит столько времени. И он говорит покупателю, и с этим расстались. С этим они разошлись. Это не купля-продажа. Ну, там-то можно же делать. Там не все теряет, если так, время, когда проходит. Ну, заново нужно сказать. Заново скажет продавец, чтобы он сразу последовательно сказал, покупаю. Говоря о этих шурутах этого слова, которое нужно произносить в договоре купли-продажи, здесь не должно быть, в этих словах не должно быть какой-то, чем-то связывать эти слова. Например, если скажет кто-то, я тебе продаю эту машину за, скажем, за 100 тысяч, если согласится мой отец. Или же если что-то, где-то что-то, если будет, связывает он это. А тот тоже говорит, я покупаю за это. Так не проходит. Или же скажет, это в прямом смысле, прямо говорит, я тебе продаю эту машину за столько-то. А отвечающий говорит, покупатель говорит, я за эту цену покупаю у тебя эту машину. Купил, ну, если там кто-то будет согласен, или же где-то, если я найду дома деньги. С таким шартом, таким каким-то условием связывать нельзя слово. Слово должно быть таким прямым, без, скажем, там хвостов. Также нельзя в этих словах, чтобы было такое, какое-то... со временем каким-то, со сроком связывать. Продавать, например, на временное даже. На 20 лет я тебе продаю, на 100 лет продаю, на 1000 лет продаю. Такое не должно быть. Продажа должна идти на бесконечное. Со временем тоже связывать нельзя. Поняли, да? За эти деньги, если вот за эти деньги скажет, например, там сколько будет, если сколько там, если будет знать и покупатель, и продавец, тогда можно. А если не будет знать, тогда ну, нужно сумму назвать. За эти деньги, да. Теперь-то знает, что он там, он уже принял, уже даже предоплата даже, ему передал уже за эти деньги, за это ступень. Ну, ну, получится. Там же уже, когда ты уже передал ему, посчитал, передал, я покупаю за эти. Продавец говорит, я продал тебе машину за эти 100 тысяч. А тот говорит, я купил у тебя за эти тысячи, за эти деньги, например, скажет, за эти деньги. Знает, тот знает, и это знает, что там посчитали, уже знает, какая сумма там денег. Главное, нужно знать, сколько там этого, какое-то... неопределенности, чтобы не было. Определенно, если будет, все проходит. А то, что вы сказали, это купил, продай. Например, он спички продает или ручки продает. На каждый надо ему сказать. Да? Вот сейчас вот уже мы доходим до этого. Последнее у нас условие теперь. Как раз до этого дошел как раз. Ну, теперь идет, я же вот недавно говорил, это словесно что-то сказать, если даже от пророка это не передается. Алими так говорят, что... Но пророк, алейхиссалам, в своем суннате или же там в китабе, в Коране, нету такого, что когда что-то продают или же что арендуют, что-то когда делают, нужно обязательно словесно что-то сказать. Но именно вот в этом купле-продаже, относительно купле-продажи, нету такого. Но это алимы пришли к такому мнению. Когда пророк, алейхиссалам, сказал, «Инна мальбайу антарадин», что купля-продажа это проходит только взаимным, через взаимное согласие, но взаимосогласие, кто могут знать, они сами между собой не могут знать, или свидетели там присутствующие не могут знать, они обе согласны ли или нет. Когда они словесно, когда говорят, уже свидетели могут этому как-то свидетельствовать, если что-то, какой-то спорный момент, если будет там последующим. У нас в мазхабе
что просто передавание, да, без слов, молча, и в мелких вещах даже не проходит, за исключением у нас имам Навави, шейх Мазаби, он как-то ответил на это, он дал патва, что в мелких вещах это будет проходить. Примеры приводятся такие, хлеб, скажем, там соль, в магазинах то, что мы каждый день ежедневно покупаем, мясо там килограмм, там сгущенка банка, там килограмм сахара, такие вещи бывают же. Такие мелкие, в мелких вещах молча передать деньги, передать этот товар, получается, да. Но только там есть такое еще исключение, что в обществе обычно вот, очень часто бывает. Вот, например, недалеко от магазина, когда человек живет, он оттуда каждый раз набирает себе, тот пишет этот товар, набирает пакет даже, полный пакет набирает, уходит, полный пакет набирает, уходит. А там фиксируется все это. Залмак, продавец, он этот, считает все. А этот покупатель не знает, сколько там выйдет, потом узнает, сколько там выйдет. Потом в конце-то узнает, он доверит, ему доверяет и знает, что он его не обманет. Вот так вот в конце месяца или же в конце недели расплачивается. Вот это нельзя. Этого уже нельзя. Они это как пример приводят. В мелких вещах даже это уже нельзя. В магазин заходишь, обычно не спрашиваешь цену, берешь, потом... Здесь на месте, если ты отдаешь, в конце, если на месте, когда ты же уже знаешь, сколько выходит сумма, какая выходит на месте. Они считают, выходит сумма. Да. Вот здесь, когда уже сумму, когда знаешь, тебе можно. А мы, истиджар называется такая сделка, есть вот так, что... В людях очень много бывает, происходит, с магазина набирает, продукты в основном набирает, или же там строительные материалы набирает, когда он получает зарплату, заносит, тот продавец тоже знает, что он человек с иманом, можно ему доверить, потом, когда зарплату получает, заносит эти деньги туда. Но он сумму не знает, потом приходит, спрашивает, сколько я должен, это же у нас бывает такое, это уже не одобряет шариат. Надо знать каждый день сумму, насколько он купил. Вот здесь вот на месте он должен знать, насколько он покупает товар. Сегодня, когда в магазине, находясь в магазине, если он знает сумму, не выходя, тогда можно. А когда просто набирает пакет и уходит, набирает, а тот фиксирует, тот там, там складывает его суммы и в конце... Не, он главное, находясь, оставаясь в магазине, когда он сумму знает, это можно. Когда покупатель сумму не знает, вот когда так делает, в конце месяца или в конце недели только ему счет предъявляет. Вот этого нельзя. Этот, мы о чем говорили сейчас, вот этот, мелкие вещи. Сыра, где просто так, не говоря ничего, молча передал деньги, получил, ушел. Это как купля-продажа считается в мелких таких вещах. Спички, соль, мясо, там хлеб. Ну, такие мы знаем. И мелкие также не только продовольственные товары, другие товары тоже. Главное, там мелкие вещи. В этом получается купля-продажа действительная. Ну, что там мы еще... То, что мы в прошедшие уроки говорили, но если там спорный момент не будет, если вот так, если будет проходить там что, если на том свете спрашивать не будут, на том свете за это нас наказывать не будут, это же мы говорили, но если даже это мы говорили, но очень много же бывает еще, бывают и спорные моменты тоже. Потом спорный, потом не хочет отдавать, я купил у тебя. Этого, если будет там уже, конечно, он уже будет как гасиб, уже будет удерживать чужое. А если ничего даже, если даже не будет, ну вот это вот, для чего мы эти уроки проводим? Должен быть человек как просвещен именно в этих делах, для того, чтобы не попасть в каких-то фасид, укудах фасид. Укуды фасид, они недействительные сделки сами по себе. Та'атиль укудиль фасида харам, он говорит. Вот заключать недействительные договора, недействительные такие сделки, это харам.
Само по себе харам. Поэтому мы и в мелких деталях даже должны всегда большие неприятности, конечно, не будут. Большие такие наказания не будут, если на этом свете, если не будут там спорные моменты. А все-таки вот то, что человек не соблюдает требования шариата, за это как-то он в какой-то мере он будет наказан, потому что заключать такие сделки, если считает по шариату это харам, значит, где-то он грешит. Значит, желательно каждый вещь сказать лучше, да? Купил-продал. И даже вот в этом, и даже в мелких вещах, даже желательно сказать, потому что в этом есть разногласия. Очень много алимов, даже и в мелких вещах не проходит такая сделка. Есть такие алимы, чтобы и по мнению этих алимов тоже, чтобы были на правильном пути, и в мелких вещах даже не помешает, если мы скажем, лучше, если скажем, купил-продал. Цену тоже надо обязательно знать. Цену обязательно нужно знать. Не знаешь же, купил-продаж не получается. Ну, вот когда мы от своего, как хамия, что ли это называют, человек как-то себя показывает, ну, я мелочиться, считает он, что мелочиться, да, я буду мелочиться, там, спрашивает, там, за какие-то цены, идет в магазин или он подходит, цену не спрашивает, покупает, уходит, даже это, считает, что это очень даже хорошо, это по-мужски, как бы, но это не одобряет такое тоже, но нужно спрашивать цену, нужно знать. Мы же говорили, в мелких вещах тоже обязательно нужно знать покупатель должен знать то, что он покупает, также должен знать продавец этот, за сколько он покупает. Тогда выход есть такой, когда будет, например, скажем, ты покупаешь, и не мелкое покупаешь, серьезное что-то, когда покупаешь, бывает же люди так же молча расходятся. Такое тоже бывает. Чтобы такого не было, именно в крупных вещах, в крупных делах же никто не говорит, что купля-продажа получается. В мелких только некоторые алими говорят, что получается купля-продажа. Но для этого выхода я хотел подсказать вам. Когда он не знает сказать, если ты даже скажешь, я тебе продал, он не догадывается сказать, что купил даже. Или если даже ты скажешь, я купил у тебя это за столько денег, он не догадывается сказать, я продал тебе это за столько даже. В таком случае будет для нас выход, если такой будет у нас клиент, например. Ты скажи так, ты за эти деньги, за 100 тысяч продал мне эту машину? Вопросительным выражением. Он скажет, продал. Ты скажешь, я купил тебе за эти деньги. Вот выход. Как я и делал в любом случае, я спрашивал таким образом, вот эти деньги сейчас ты ко мне дал, я тебе дал деньги, что ты сделал с этим деньгами? Похоже, он вот продал, я вот так купил. Вот. Не, вот просто вот так вот скажи, ты за эти деньги, за это 100 тысяч, ты мне продал этот? Да, он скажет, он непременно скажет, что продал. Ну и ты скажешь, следовательно, ты скажешь, что я за эти деньги у тебя купил. Вот, так, вот такой выход для этого есть. Так, дальше, вот мы поняли это все связанное с этим словесным выражением, даже договор, словесный договор. Давайте переходим к следующей теме. Следующая тема у нас, сколько, интересно, минут осталось? 20 минут еще, да? Ну, вопросы, поскольку мы по ходу вопросы задаем, для вопросов время не будем оставить, следующую тему тоже расскажем. Вот у нас такой... Давайте вот сегодня мы ограничимся на такую форму купли-продажи. Мы несколько раз в прошедших уроках тоже напоминали, упомянули это слово «салам», «саламдаран». Как это делается? Как нужно? Для этого тоже же есть свои условия. Мы же сказали недавно, что условия предмета, который продается и покупается, необходимы из необходимых условий, чтобы это предмет знали покупатель и продавец, чтобы знали этого даже. А нельзя ли так продавать что-то? Вот, например, здесь он рассказывает, что перечисляет все описания, перечисляет все функции, то, что продает.
Здесь вот этим словом купли-продажи описывая, с описаниями, то объясняя ему все качества. Можно продавать или нельзя? Нет, нельзя. По крайней мере, у нас в мазхабе этого нельзя. Но есть такой выход, что вот через салам-даран, вот этот следующий салам называется, запомните, есть форма купли-продажи, что называется салат или же салам-даран. Для этого есть хадис пророка, алейхиссалату вассалам. Когда вы делаете этот салам-даран, вы делаете именно зная, этот, что вы будете в этой форме продавать, зная, когда вы будете этот назначен день, срок, определенный, чтобы и кадр этого тоже, чтобы объем тоже, что было там количеством или же весом или мерой, чтобы определенно знали это тоже, кадр тоже. Теперь вот как это делается? Теперь то, что я хочу купить и то, что мой клиент хочет продать мне, это находится где-то в другом месте, не здесь. Он мне перечисляет все этих все функции, все описания, все качества этого предмета, этого товара, все такие, которые имеют какое-то значение в цене. Я этим самым узнаю этот предмет и покупаю у него этим салам-дараном. Покупаю. Здесь есть такие условия. Цену нужно отдавать, не отходя от кассы прямо на месте. Откладывать цену нельзя. Сразу в руки цену отдавать. Это одно условие. Есть целых 7 таких условий. Из них первое, нужно в руки отдать деньги, стоимость. Договорились, за сколько? А мы этот, как о саламе говорили, примером приводили. В основном, как делает этот салам-даран? Когда вот, например, вот сейчас вот зима даже, весной то, что мне нужно, скажем, там машина весной, или же там то, что бывает вместо весной, то, что можно достать, я договариваюсь, тогда мне, может быть, не достану этот, потом там не достать такой товар. Договариваемся весной, там именно нужно назвать день, в какой день, нельзя сказать просто весной, это недостаточно, число, месяц нужно обязательно сказать. И к этому дню, чтобы он приготовил мне с этими функциями, с этими качествами такой товар, я договариваюсь, вместе ему в руки отдаю стоимость, цену за это, и потом к сроку это забираю у него. Вот такая купля-продажа, этот салам-даран. Ну, обязательно ли там называть какой-то срок? Нельзя без срока это сделать. В этом есть хиляф, в других мазхабах не допускается. А у нас в мазхабе, альхамдулиллах, у нас в мазхабе допускается, не называя срок прямо, чтобы сразу здесь же получить, на месте нету этого товара, где-то в другом месте, не увидел этот товар глазами, не проверил выход вот для этого, чтобы получался этот договор купли-продажи действительным по шариату. Все необходимые вот эти вот функции перечислил, понял, какой товар, в руки отдал. Ну, завтра или сегодня же мы можем пойти и забирать этот товар. Вот эта форма салам-дарама, это тоже, если какие-то будут, конечно, ну, если кому-то будет очень нужно делать вот такой договор купли-продажи, не увидев товар, не проверив этого, вот это выход тоже есть такой, форма купли-продажи салам-дарама. Ну, для этого, там есть еще сроки, обязательно нужно называть здесь, если срок называть, или же когда-то, в каком месте он должен передавать этот товар. Если это место не подходит этому, например, мы находимся в комнате, где он будет мне передать этот товар, именно то место, или город, или место, квартал в городе, в какое-то место нужно называть. К этому времени и он тоже будет тогда обязан провести именно туда, этот товар доставить. Место тут, там нужно называть. Этот товар должен быть таким, что в тот день, которого мы называем, если весной, значит весной то, что бывает. Весной, если не бывает спелые абрикосы, значит нельзя.
такой формы купли-продажи договор заключать. То, что к этому времени можно достать, такое должен быть. Вот этот товар. Вот такие, с такими условиями этот салам-дарам тоже вы поняли, да, Жень? Давайте вот следующее еще. Вот такая тема у нас. Тема хияр, то есть выбор. Мы этот объяснили в прошлые уроки, что когда предмет всегда бывает чей-то, даже ничейный предмет не бывает, кроме как чего, вот если будет, конечно, вот как этот дом Аллаха, мечеть, или же для этого дома Аллаха, то, что делается вакфу, это собственность Аллаха. То есть выходит из собственности людей, в собственность Аллаха, это до самого конца света, это останется как собственность Аллаха, никогда это не переходит в руки, в человеческие руки, как бы собственность их не переходит. Раз кто-то там огород или там участок земли, бывает же в селах очень много, когда вакфу делают, оставляют. Вакф уже мы понимаем все, да? Поскольку на сегодняшний день этот вакф не часто люди делают, а очень, очень даже такой, вот большое вознаграждение, это дело как садака, да, вакфу. Это постоянно, после его смерти даже ему от этого получает саваб, вознаграждение. Такое дело, когда что-то он делает вакфу для мечети, для дороги, для чего-то. Вот это уже и не его собственность. Остальное все, мы говорили, как и человеческие органы, как мы примером приводили, это тоже за исключение этого тоже. Всякий предмет, у этого предмета должен быть хозяин. Чтобы чья-то собственность чтобы переходила в руки другого человека, так законно, чтобы переходила, стал бы, например, целое здание у одного, даже целый хором, дом одного, его собственность это. Законная собственность, чтобы этот дом переходил в чужие руки, чтобы стал другой человек собственником этого дома, хозяином этого дома, для этого и делается вот этот купли-продажи, договор купли-продажи. Через это купли-продажи получается вот такой переход собственности. Мы об этом говорили даже. Ну, теперь вопрос вот такой. Ну, сказали эти слова. Сказал кто-то, я продал тебе этот дом. Тот сказал, я купил за это твой дом. Переходит собственность. Обратной дороги есть, потом уже, если передумает или там что-то не то, там обратной дороги будет этим, чтобы вернуть обратно. Не бывает. Раз, не для того, чтобы обратно вернуть, чтобы не для того, чтобы кто-то как-то передумал и все разрушит. Это все делается. Купля-продажа делается для того, чтобы именно переходить. Но есть такие, ну, есть там такое, что нам Пророк, алейхиссалату вассалам, от себя дал такой рухса, вот этот выбор, то есть хияр-ул-маджлис, хияр-ул-шарт, два выбора. Мы это должны знать. Обязательно и те, которые занимаются торговлей, должны знать. Если что-то сомневается человек, продать, не продать, или же сомневается в цене, или сомневается, у кого-то хочет спросить что-то, а этот клиент его никак не оставляет, ему не дает шанса, не дает времени. Но вот сейчас вот на месте заставляет его продавать, ну не так силой, приходится ему продать. Вот здесь вот, если он скажет, я продал он ему этот, продал, и за собой оставляет выбор на 3 сутки, можно оставить. 3 сутки, не более 3 суток. Можно подумать, вот за эти 3 сутки, это купля-продажа, договор купли-продажи будет висеть. Просто в прямом смысле будет висеть. Этот покупатель не может расходовать ее деньги, которые за этот дом он передал, а тот не может с этим домом, с этим предметом за эти 3 дня, пока тот не скажет, я утверждаю этот договор. Это временный до 3 суток, до 3 суток можно это делать. А если этого не сделают, если за собой покупатель или продавец не оставляет такой шанс, выбор, если не оставляет, или не зная этого, или же если даже знает, нет сомнения, не оставляет за собой выбора. Когда, как вот эта купля-продажа закрепляется, как это утверждается? Есть еще другой выбор, как хияр-ул-маджлис. По рукам сказали эти слова, я продаю. Тот скажет, я покупаю за это. Пока они общаются между собой, пока они находятся рядом друг с другом,
это не закрепляется, не утверждается эта купля-продажа. Пока еще свистит, если они будут, скажем, в доме, один если переходит в другую комнату, или же одна комната там, из комнаты выходит один. Если на базаре стоят, вот это заключили договор купли-продажи, спиной повернулся, несколько шагов кто-то один из двух когда делает, вот тогда уже закрепляется. Поняли, да? Пока находятся они рядом друг с другом, они могут здесь вот на месте расторгать вот этот договор. Поняли? После этой сделки, после словесных своих слов, купил, продал, не все теряется. Пока не отойдет. Если даже кто-то думает еще пока, как-то он машинально это слово сказал, продал, тот сказал, купил, и как-то начал сомневаться, что делать, не знает. Он повернется, уйдет, спиной повернется, несколько шагов сделает, закрепится этот, утвердится этот договор. Но для этого, чтобы это не происходило, если один думает, тот того должен, если он будет держать, не пускать от себя, пока он не решится в голове. Даже это будет, пока вот это не станет, этот договор будет висеть, не будет иметь силу полную. Эти два выбора, которые в маджлисе на месте, где проходит этот договор, и когда кто-то себе оставляет. Иногда бывает, что обе оставляют за собой выбор, а иногда бывает, один из двух оставляет за собой выбор. А большинство, как у нас, на сегодняшний день, вот из вас был кто-нибудь, сделал такое, чтобы на три дня себе оставил выбор? Не оставили, наверное, потому что не знали. Ну, это запомните, если вот так вот можно. Когда три дня, когда три сутки, когда за собой выбор один оставляет, тот не оставил за собой, он уже уверен, он уже решился. Один оставил, тот может ему сказать на второй день, ты все-таки не решился, ждать тебе еще два дня. Да если скажет, нет, я оставляю теперь это, я выбор, то есть я утверждаю этот договор, если скажет, здесь уже заканчивается. Если не скажет ничего, тогда с истечением этих трех суток тогда закрепляется этот договор, договор купли-продажи. Могут. Разницы нет у женщин и мужчин в этом. Разницы никакой нет. Тогда... Сейчас я пошел в магазин, там несколько книг взяла, ему деньги тоже не отдал, ушел. А как там это будет? Ну, деньги, главное, если назвали сумму, не обязательно в руки отдать деньги, хотя бы там несколько рублей. Да, это не обязательно. Ни одного рубля, ни одной копейки не отдавая, можно заключить договор. Назвали сумму, цену назвали, договор, заключили словесный договор. Купил-продал, сказали, и уходишь сам. Вот эта купля-продажа иногда бывает, вот цену, когда отдавать, срок называют иногда. Это и называется муаджал. А бывает халли, то есть... Не называют срок, когда не называют ни одного дня, ни одного, ни месяца, ни года, когда не называют, это уже халит. Этот уже, он должен в любую минуту, он должен расплачиваться за этот товар. Потому что не назван срок. Если назовут вдруг срок, если покупатель скажет через 3 месяца, например, там тоже определенный срок должен, там число месяца должен сказать. Вот такое время. Но к этому дню, как раз у него с истечением этого срока, этот уже долг становится как бы уже халли. После этого он каждую минуту, он должен, имея возможность, вернуть этот долг. Если срок там назначен, спокойно может ждать, сидеть. У него требует тоже, продавец тоже не сможет. А вот так вот взять деньги или книги или какой-то товар, уйти может человек, когда не называет... когда не требует у него этот продавец, ну, когда-то даст. А когда называют срок, к этому сроку нужно обязательно расплачиваться. Но вот этот хияр, выбор на месте, что для продавца и покупателя бывает выбор, и вот это трех
три сутки, сроком трех суток, это этот выбор, связано с этим, очень много чего еще нужно нам говорить, поскольку сейчас уже подходит у нас время к концу, подходит время азана, поэтому мы это ограничимся и продолжим на следующем уроке, иншаллах, вот этот тема хияра, тема выбора. Потому что связанное с этим, с этой темой, есть там очень много вопросов, и у вас будут, я знаю, что будет. Потому что вот, когда выбор оставляет, за эти три сутки, если потеряется этот товар, или же поломается, или что-то случится, кто потеряет? Чей этот будет за эти три сутки этот товар? Мы же пока не знаем, не говорили об этом даже. Но там связанные с этим очень много вопросов, поэтому мы закончим. А связанные вот с этим, с этими темами, которые мы сегодня прошли, можете задавать вопросы, приготовить какие-то вопросы к следующему уроку. Иншаллах, мы что сможем, ответим. Вот сейчас, если, например, я пошел, я взял книги. Мы из Люцина знаем, что почем они. Я говорил, он тоже не сказал, такое время дал. Я сказал, когда будет, придет. Когда у меня деньги будут, я принесу. А там как? Он в любой день, поскольку вы не назвали срок, он в любой день может у тебя требовать, имея возможность. Имея возможность, ты должен тоже отдавать. Имея возможность. Если не будешь иметь возможность, тогда нужно оставить. Потому что есть в Коране такой же аят. Ауду биллахи мина шайтана ррачим. Ва ин кана зу усратин фаназиратун иля майсара. Если возможности нет, тогда нужно ему оставить его, пока не появится где-то возможность откуда-то. А когда будет иметь возможность, в любую минуту, в каждую минуту он должен отдать, расплачиваться своими долгами. Он, имея возможность вот так вот ждать, и не знает, что когда настигнет смерть, тоже долги оставлять за собой нельзя человеку. В любую минуту он должен отдавать. Срок, если назовет, тогда к сроку должен подготовиться. К сроку, если не будут, если возможность, к сроку, если не будут, тогда уже вопрос возникает. Если нет возможности, тогда нужно опять оставить его. Счетчики такие вещи нельзя ставить, это уже риба. Дай Аллах тавфик нам, дай Аллах нам ильму, понимание в религии. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.